Bambi, bambi, nu så är det fest. Studenternas är målet och ni är nu vår gäst. Bambi, bambi, portföljen den är med. Kaffe och dricka och smörgås med. Bambi, bambi, heja fram ett lag. Och bästa laget vinna det. Я всегда восхищался уровнем русского хоккея в вашей стране. Здесь много сильных игроков. Для меня всегда было мечтой играть в России, и, похоже, моя мечта скоро осуществится. Ну а почему старт? Агенты вышли на меня и сказали, что заинтересованы во мне. И это, кстати, взаимно. I was supposed to fly 8:30 this Monday, but the flight got delayed about 4 or 5 hours. Да, были задержки с Россией, должен был лететь поздно вечером, но была 5-часовая задержка. Прилетел в середине ночи, но никаких проблем с этим не было. И первый в истории шведский легионер старта Еспер Хворман, для которого такие встречи пока в диковинку. Я не перестаю удивляться старту. Сначала меня поразила теплая встреча. Приняли как хорошего друга. Словно я выступаю в России уже не первый год. А сегодня я еще и с болельщиками познакомился. Такие теплые дружеские отношения между игроками и болельщиками я вижу впервые. Трудно сказать что-то конкретное, но я уже увидел, что это большой и красивый город. Мне здесь нравится. Я знал, что Старт — это отличный клуб с богатой, даже с великой историей. Старт в Нижнем Новгороде называют народной командой, и тут я полностью согласен. Меня поразило, насколько здесь близкие, даже дружеские отношения с болельщиками. Вот и сейчас они встретятся на футбольном поле. Это здорово. Но все-таки, что вас привлекло конкретно в предложении Старта? Что вы вообще тогда знали о русском хоккее и конкретно о нашем нижегородском клубе? Мне всегда нравился российский стиль игры. Здесь высокие скорости, множество атак. Для меня мечтой было провести сезон другой в российской суперлиге. И вот моя мечта осуществилась. И пусть Старт не отнесешь к топовым клубам, я очень рад, что попал именно сюда. Точнее сказать, я целенаправленно выбрал именно нижегородский клуб. Ведь это даже не команда, а настоящая семья. Мне нравится здесь. Еспер, ну вы наверняка в курсе, что вы первый в истории старта шведский легионер. Ну согласитесь, в какой-то мере это накладывает дополнительную степень ответственности. Это всего лишь факт. Да, я знаю, что войду в историю старта как первый легионер из страны коммун. Но я думаю не об ответственности, а о том, чтобы своей игрой помочь старту, может внести что-то новое, помочь в достижении целей, которые стоят перед командой. Ну и, естественно, хочется произвести хорошее впечатление на руководство клуба. Но главное, чтобы моей игрой были довольны болельщики. В составе команды «Уральский трубник ударения» на 10 минут за остановку мяча не разрешен использован удаленный Дмитрий Стетиков, номер 77. Даже в этом плане он нам нужен, да? Карлсон красавчик! Неправильным способом с минутным штрафом наказан Иван Козлов, номер 13.
Мяч ворота Волги с 12-метрового удара забил Еспер Хворнум, номер 22. Мяч ворота команды «Родина» забил Еспер Хворнум. Мяч ворота команды «Зорки» забил Еспер Хворнум. Мяч ворота команды бил Еспер Хворнум. На свою позицию. Еспер Хворнум крупным планом спиной на наших экранах. Кемеровчан. Следует подача, третий бьющий. Еспер Хворнум, 4-5. Вот и шведский легионер отличился. 72-я минута идет во встрече между Кузбассом и стартом 12-метровой штрафной отметки. Еспер Хворнум против Сергея Морозова. Удар и мяч в сетке ворот. Точно в правый нижний угол отправляет мяч Еспер Хворнум. В очередной раз нижегородский старт выходит вперед. В сегодняшней игре 5-6 становится счет на табло кемеровского стадиона «Химик». 82-я минута пошла во встрече между кемеровским Кузбассом и нижегородским стартом. Крупным планом шведский легионер, автор дубля в составе старта в сегодняшней встрече. Также один мяч Еспер Хворнум забил и в первом круге Еспера Хворнума и Сергея Морозова. Смотрим. Ударом и вновь ту же точку пробивает Еспер Хворнум и вновь бессилен Сергей Морозов. 6-7 становится счет. И 2 минуты у Кузбасса на то, чтобы отыграться. Смотрим повтор. Очередной раз в правый нижний угол. И Сергей Морозов хоть и пытался среагировать по удару, но немного не дотянулся. Хет-трик в исполнении Еспера Хворнума в сегодняшней игре. Uppsala är målet, hör ni alla brålet, bandy är en fest.